Надоели твердые тарталетки? Сделай мягкие. Для этого возьми нори, круглозерный рис в пакете, рисовый уксус, сыр и немного икры. Рис в пакете закинь в кипящую воду и отвари 20 минут. Вскрой и добавь столовую ложку рисового уксуса. Перемешай и охлади. Нори разрежь по полоскам. Из охлажденного риса сделай овальные комочки по 20 грамм. Сухими руками возьми полоски нори. Для склейки используй одну резинку. Сформуй гункан, обязательно сухими руками, чтобы получилась вот такая корзинка. По аналогии проделай эту процедуру с каждым комочком риса и с каждой полоской нори. Переверни и начинай наполнять. В каждый гунканчик положи 5 грамм сыра и немножечко икры, 10 грамм. Выложи на тарелку, укрась огурцом. Добавь соус, имбирь, посмотри, что получилось. И съедай, пока никто не видит. Приятного аппетита!